Первый раз хочу снять вам и показать наши посевы хурмы. Не удивляйтесь, что у нас тут бурьяны есть. Мы их просто специально оставили, потому что у нас очень много хруща. И он съедает корневую систему. Я вот хотел вам показать. Вот одна уже кандидат. Вот второй. Там он третий, ну и так далее. Поэтому нам приходится с ним и бороться, и оставлять то, что мы, чтобы он находил себе пищу для питания. Здесь у нас вот рядом находится хурма, которую мы хотим прививать. Эту вон. У нас тут массив ее до самых столбов. Поэтому работы нам на весну хватит. Сейчас пойдем, я вам покажу маточники, где они у нас находятся. Это у нас маточники находятся. Вот видите, в каком они состоянии. В нормальном. Здесь они плодоносят. Сейчас хочу вам показать, где-то есть тут дар Софии. Вот ее плоды. Дар Софии. Вот вы видите, они еще зеленые, еще не спеют. Здесь у нас рядом находится с нею вот чучупака. Если вы видите, вот она, вот ее плоды. И вот там вот ее. Здесь у нас несколько деревьев ее. Здесь вот другие сорта у нас идут. Ну и так далее. Если пойти, тут и сорта Чиркина есть. Вот они сорта Чиркина. Они очень мощно растут, зимостойкие. Некоторые уже плодоносят. Ну вот, в целом тут наши собранные сорта, они на этой территории располагаются. Здесь у нас есть скифское золото, но она, я вам покажу попозже, она родит у нас дома. Вот, а здесь только мы содержим маточники. Вот хочу вам показать сосновское, который у нас этот клон созревает раньше всех. Она крупная, очень сладкая. Вот за ней созревает там вот следующее дерево, вот там стоит. А самое последнее созревает вот за мною. Это вот плоды, которые вы видите на фотографии. Это память Черняева. Но они, конечно, еще все зеленые. Вот это вот сорт дар Софиевки. Деревянка Василия Николаевича. Она, видите, усеяна вся плодами. Вот она, ее видно. Мы ее уже показывали на маточном участке, а это она дома. Вот у нас дерево. И вот, как я вам и обещал, это у нас первое плодоношение скифского золота. Вот она в этом году, мы его первый раз только увидим, ее плодоношение. Она довольно-таки рясно родит. Вот на этой ветке, вот и на тех ветках вот висит, как вы видите. Ну, конечно, солнце тут, мы двигаемся помежду деревьям, и поэтому оно так и мигает.